за дорогой кольцевой, как привет из... Артисты Дома культуры поселка Дагомыс готовятся к очередному выступлению. В октябре 3 местных коллектива подтвердили звание народных. В качестве поощрения депутат городского собрания Сергей Эксузян организовал для самодеятельных артистов экскурсию по достопримечательностям соседней республики Абхазия. Вообще в этом году в Дагомысе произошло много хороших событий. На средства из городского бюджета провели долгожданный ремонт Дома культуры. Благоустроили его территорию, установили памятник героям Великой Отечественной войны. Буквально несколько лет назад, 3 года назад, здесь не было этого памятника, и об этом мы мечтали, и были собраны средства, и благодарность тем людям, которые нам в этом помогли. К слову, городские депутаты стараются уделять максимум внимания ветеранам, молодежи и детям. Для последних обновили районный центр детского творчества, отремонтировали хореографический класс и раздевалку, приобрели мультимедийные устройства, компьютеры и ноутбуки. В свою очередь, воспитанники центра доказывают, что труды взрослых не напрасны, занимая призовые места на творческих конкурсах самого высокого уровня. Принести славу родному поселку торопятся и юные спортсмены. У них скоро появится новый 3-этажный спортивный комплекс. На его строительство из городской казны выделят 5 миллионов рублей. Родители довольны, дети будут расти здоровыми. Очень рады, конечно, спортивному комплексу, который здесь будет. Удобно ходить, конечно, сюда. Солнечная площадка, света много. Очень удобно организовано, но будет, конечно, лучше, намного будем рады, если будет спортивный комплекс. Будет уже куда водить. На одной из встреч депутата с активистами ТОСа в Сергейполе договорились вместе восстановить сельский клуб. Нами сегодня проведена работа по оформлению данного земельного участка под строительство, под проектирование строительства клуба. Это территория порядка 0,4 га, 40 соток земли. Земельный участок уже полностью сформирован, находится в муниципальной собственности. Дальнейшая наша задача – это найти деньги на проектирование. По словам депутата, работы в округе еще много, ведь важно сделать все для того, чтобы жизнь людей на селе по качеству мало чем отличалась от городской. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ.